просто, это пиздец какой. А вы вдвоем, что ли? Да. Блядь, там целый оркестр играет. Вы вдвоем. Ну а как? Барабанщик бог. Я думал, что оркестр крутой, как. Чуваки, ну, думаю, такая... ну вы реально круты. Блин, я с другого, короче, помещения. Круто, ну чё? Да охренеть! Концертику готовимся. Чуваки, реально круто. Блядь, чуваки, ну реально круто, блядь. Спасибо, блядь, спасибо. Блядь, пиздец крутишь. Я такой музыки давно не слышал. Да вот не хватает как раз фанатов. Ребята, ну блядь, я кайфанул. Я прикинь, я следующего ремонта занимаю. А тут такой настоящий рок, такой. Ну блядь, да. Суки, чуваки, рок-н-ролл наконец-то, блядь, да, играет. Круто. Приходи, кстати, на концерт. Ребята, прикольно. Вы круто. Спасибо. Я думал, тут, блядь, куча чуваков стоит, блядь, какие-то что-то. А вот это барабанщик бог. Блядь, оказывается, ты все одного. Да. Офигеть. Три комбика. Блядь, вообще. Чуваки, удиви. Мы просто там студию сейчас делаем. О, вот. Круто, может, запишемся там. Чуваки, да, вот мы сейчас студию строим. А. Вот, вот. Мы такие окошко открыли. Я круто. Просто, я... Чуваки, ну бля. Ну как раз, да. Какой музяка, чувак, ну ты реал. Бля, вот ты бог, бля, пора. Я слышал, сначала услышал, как ты это. Тревоги всякие прохи. Ну да, да. Блять, обалденный. Классно. А диски есть на чем слушать? Ну конечно, все есть. Сейчас делаем. Все есть, чувак. Ну мы брат, бля, браты. Бля, я думал, то. Оказывается, вы вдвоем все. Да, да. Вы гении, блядь, в этой музыке. Я вам точно говорю, реально говорю, блядь, как старый, блядь, вообще. Да, ну. Это старая программа, мы уже не играем, но это просто там так, что-то есть. Фу, блядь, что я просто кайфанул, блядь. Я такого, блядь, давно не слышал кайфа, блядь. Просто вы чуть ништяк, здорово, блядь, драйв. Спасибо. Блядь, просто охуительно. Я послушал пару комментов постоянно. Блядь, пиздец, нахуй, разорвало, блядь. Приятно. Такой кайф, блядь. Ну ладно, все, мне, короче, не разрывает, чуваки, ну реально. Вот. Вот, мы сходим, мы просто студия напротив делаем. Будем иметь в виду как раз. Да, о чем мы же сыграли все вроде. Да. Круто. Можем какую-нибудь сыграть, если. Блин, мне слов, я не хочу больше говорить. Да нет, круто и прочее, то есть. Нормально, чего вообще. Ну, чуваки, ну вы меня поразили. Ну, блядь, я не буду говорить больше слов. Да ладно, нормально. Круто, вообще круто. Мне загребал уже, говорить это слово. Слово паразит, да. Да, блин, ну, чуваки, цепанули. Круче не скажешь. Я такого давно не слышал. Главное, это эмоции. Я давно не слышал такого. Колбасни, да. Да, это какая-то, нет, чувак, там практически космос. Такой мост. Чет восп такой по. А давно много слушал, да? Что-то да, играем. Я много слушаю музыки. Вот до. Не, в смысле, то, что мы играли. А, да, я послушал. Не, пока весь шел, мне надо было выйти оттуда, до сюда. Пока весь, блядь, вы. Я думаю, блядь, я услышу. Не, сначала слушаю. Так. Кстати, мы даже с одним музыкантом такой, ага, так. Вот он вдоль не попадает. Не-не, он не. Ты в две бочки потом начал играть. Мы такие. Да не, он две бочки. Нифига, кстати, нет. Не играл в две бочки. Ну нам вот такие две бой, а вот такие идут. Да. А, может быть, кстати, там такой дилейчик. Это такой, да. Не, в две бочки такой. Не, а рабочий у тебя хорош. Мы уже начали спорить, какой у тебя рабочий там. Сила удара какой там. Не спорим. Так, ну сила удара какой. И, короче, начинаем спорить. Я такой, он ушел, ну, мой еще знакомый. Да. Я такой, а то, и вы тут другую заиграли. А я больше окошко открыл. Ё, блин, а еще лучше. Я думаю, сейчас добегу, блин. Ну не успею, ну не успел. Добегаю, раз тишина. Я такой, ну все, блин. Так, че, придется назад идти. Чуваков таки где-то не увижу. Офигительно. Не, круто, спасибо. Ребята, круто, чуваки. Спасибо. Ладно, блин, давай. Мы напротив. А, вот там. Да, мы на студии. Мы сейчас ее сделаем громадную, короче. Самую громадную студию, вас напротив. А, классно. Да, и мы, если что, я уже вас знаю. Все, круто, супер. Вообще, вороты. Я просто скажу чуваку, чтобы сразу, если что, репетиция. У нас громадная будет репетиция, вот эта штука. То есть, ну клево. Ну здесь, конечно, уютно. Ну тут уютно, но у нас будет. Да, тут никогда не понятно, сколько это продлится еще. Вот, что, а, ну, то есть, да? Могут, да, там. А может, вы к нам?
Можно. Ну, посмотрим. Ну, как? Давайте, так, давайте контакты иметь. Короче, эти все здания просто в аварийном состоянии, да, да, поэтому... А мы как раз выкупили, который не будет в аварии. А-а-а. Вот где кёрлинг-клуб? Да. Нет, думаю, мы повыше. А-а-а. Вот, как раз круто. То место, мы выкупили это место. Круто, круто. Угу. Ребята, ну, если вы это делаете, чуваки. Ну, мы, да, мы рады делать это вообще. Для... Мы это много лет делаем, только никому, да? Это, никому это не надо. Да ну нафиг! Я такую музыку, я искал такую музыку, вы это уже. Классно, классно. Ребята, молодцы. Не буду уже говорить. Я уже перестал голову рваться. Спасибо, спасибо. Ребята, ну правда, я бы ни сюда не пришел бы из-за этого. Ради таких людей мы, собственно, и делаем. Да, вообще, да, ему понравилось. Попадаем, вот, знаешь, из так вот, прям в одного, в двух. Я убиваю. Ребята, я убиваю. Я точно могу сказать. Слё, блин. Ладно, я побежал, не буду. Спасибо, спасибо. Я напротив. Хорошо, спасибо. Спасибо, чуваки. Я кайфанул. Просто спасибо. Давай, давай, счастливо.